Добрый день, друзья и гости моего канала. С вами я, Лариса Маликова, на канале Дивная Птица. Вот, хочу вам показать красавчиков, которые у нас вылупились вчера. Это белефельдеры и барнивельдеры. Вот эти вот. Вот он, иди-ка сюда. Вот это барнивельдер. Вот, сейчас покажу. Вот так. Эх, зараза. Вот, со спинками. Вот эти вот. Которые с серенькими спинками, это барнивельдеры. А вот которые такие коричневенькие, это белефельдеры. Вот он, барнивельдер. Вот он идет. И вот второй за ним бежит. Два, вот они. Вот, им сегодня сутки. Вот такие красавчики. Там у нас двухнедельные есть белефельдеры. А эти вот суточные у нас. Можно будет сделать... С белефельдеров точно можно будет сделать хорошую семью. Ну, а барнивельдеры, вот их у нас 7 штук. Ну, если все сложится хорошо, то, может быть, будут хотя бы 2 курочки. Вот. Уже кушают кукурузку и пока 5. Вот такие красавчики. 16 штучек. Вот они, 2 барнивельдер и белефельдеры. Вот эти коричневые, а те более темнее, с серыми полосочками на спинке. Вот. Такие красавчики. Дружно вывелись. Было только 2 неоплода, 2 яйца. И один замер, проклюнул сосуд. И своей же кровью он захлебнулся, как я поняла. Потому что было очень много крови внутри. Вот. Проклюнулся не в том месте, получается. Вот он, барнивельдер. Вот он такой, с серенькой полосочкой. Но на самом деле они очень красивые куры. Я смотрела, мне они очень понравились. Поэтому я хочу иметь их у себя. Во всяком случае, попробовать. Теперь у меня 2 линии маранов. Черное серебро. И черно-медный маран. Вот. 2 линии будут. Вот. Барнивельдера линия. Линия белефельдера. Надеюсь, что вырастут, все будет хорошо. Ну и сейчас у нас начинается... разноситься галашейка с мастер Грейм. Кросс у них. Им 4 месяца 5 числа было. Вот пошел 5 месяц, яички стали мелковаты пока. Нет, кто-то нормальное яичко несет. Мараны стали нестись. Серебро, черное серебро. 2 курочки стали нестись. И черно-медные тоже несутся. А вторая линия, черное серебро, еще нет. Еще 2 курочки не занеслись. Вот. Так что вот такие новости. Пополнение. Теперь у меня остались только 10 утят в инкубаторе, которых у меня собираются забрать. Вот. Заложила я сегодня еще перепелят техасцев. 28 яичек. Вот. И нужно будет для себя, наверное, на мясо заложить еще утят. И это, наверное, все мои будут выводы. На этом будут закончены. Больше я уже закладывать никого не буду. Вот. Дружно уложили коверчик из цыпляток. Улеглись дружно спать все красавчики мои. Вот. Так что буду вас информировать, как они будут расти. Вот. Все буду вам рассказывать и показывать. Спасибо за внимание. До новых встреч. С
ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада. До свидания. Всего хорошего.